нас были выступления в Москве, в Сочи, были выступления за границей. Но мне кажется, что главное, что мы сохранили, это вот именно то направление, которое необходимо нам всем. Это направление, это высочайший класс обучения детей очень сложной профессии артиста, балета, современного театра. И мне кажется, что педагоги, которые сегодня показали свое искусство, свой профессионализм, достойны самого-самого высокого уважения. Я хотел бы их отдельно поблагодарить. Педагоги всегда такие закулисные игроки, но их мастерство, их профессионализм, их как бы отдача, она в конечном итоге определяет результат школьного обучения. Потом уже артист приходит в театр, он там уже как бы развивается и так далее. Но сейчас вот на этом этапе очень важно. Что я хочу сказать, что для меня сегодня очень важный был день, потому что я еще раз убедился в том, что то направление, которое мы выбрали, направление такого сбалансированного обучения, такого гармоничного обучения различным техникам танца, дает результат. И результат только сейчас набирает свою силу. Потому что я не знаю, надеюсь, не только я, но и вы тоже заметили, что наши дети, они как бы особо выразительны. У них особые тела, у них особая какая-то координация. У них особое чувство музыки, особое чувство танца, а главное, у них такое очень яркое желание танцевать. Это самое главное, потому что профессия наша, она уникальна именно в том, что без любви к танцу, ну, невозможно прожить такую огромную жизнь в таком адском труде. И вот в этом, если ты не любишь это, если ты не чувствуешь эту радость, если ты не чувствуешь, что без этого жить не можешь, то лучше, конечно, этим не заниматься. Но мне кажется, что все дети, которые здесь присутствуют, они жить без танца не могут. Правильно я говорю? Да! Я хочу сказать еще особое слово родителям, потому что дети уже взрослеют, и им нужна какая-то особая атмосфера дома. Ну, здесь, в интернате, в академии, мы делаем все возможное, чтобы дети росли в этой атмосфере творчества, в атмосфере какой-то духовности, культуры, интеллигентности. И я очень благодарен нашему директору Ларе Атаровне Афанасьевой, которая действительно делает очень много для того, чтобы создать... Но не родители тоже. Они должны как-то совместно с нами создавать это, потому что дети не должны уходить в другой мир. Ведь они не должны уходить в мир вот этого нашего быта. Они должны сохранять это чувство какой-то радости жизни, радости тому, что они служат искусству, что они творят в искусстве и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы мы все больше и больше сближались, чтобы академия, дом, жизнь детей сближалась. Тогда это будет гармонично. Хочу сказать, что не знаю, к сожалению или к радостью, но я думаю, что этот концерт, который сегодня, очень хороший концерт, мы показываем последний раз в этом зале, потому что уже зимой, в декабре, мы покажем наш концерт полугодовой в новом театре, детском театре танца. Наш город, правительство наше, уделяет какое-то особое внимание нашей академии и дает колоссальный импульс для его развития. У нас впереди еще много проектов, которые мы будем строить, новый интернат с залами балетными. Будем строить пансионат в Комарово для отдыха детей, круглогодичного отдыха. Хочу сказать, что мы очень много сделаем для детей. Мы дадим им все возможности, все условия для того, чтобы они стали замечательными артистами. Но от вас только требуется одно – труд и большое желание учиться нашему великому искусству. Спасибо всем большое.